Да. Макс Пейн. А вам-то что? Это Альфред Уотон. Я могу сказать вам имя вашего врага. Приходите в Асгард Билдинг. Мы ждем вас. Уотон ждал меня на ступеньках старого муниципального здания. Мистер Пейн, пройдемте внутрь. Всем просто не терпится начать. Всем? Несмотря на всеобщее заблуждение, этот дом на 2 года старше здания мэрии. Это самая старая муниципальная постройка в Бруклине. Да что вы! По пути через темный зал с куполообразным сводом он продолжал изображать гида. Впереди маячили ответы на все мои вопросы. Мистер Пейн, позвольте представить вам моих коллег по малому кругу, как мы его называем. Вы, похоже, насмотрелись секретных материалов. Вы уже ознакомились с файлами по проекту Вальгала. Мы можем восполнить некоторые пробелы в ваших сведениях. Этим проектом мы занимались самых ранних стадий его разработки. А зачем это нужно вам? Мы бы с большим удовольствием подорвали всю эту клоаку. Но у нас связаны руки. Это Николь Хорн. Она была одним из главных вдохновителей проекта. Когда финансирование проекта остановили, она отказалась завершить исследование. Она прекрасно понимала, что попало ей в руки. Николь Хорн – президент Айзер Корпорейшн. Ей принадлежит больше половины города. Это нужно держать в секрете. Если вы попытаетесь обнародовать эти сведения, мы будем все отрицать. Вы должны избавиться от нее. Тогда мы защитим вас и снимем все обвинения. Эти слова были знаком для отряда наемников. Двери распахнулись, и они влетели в... Классно. Шоу было великолепным, но я решил не дожидаться конца. Падать пришлось невысоко, мне повезло. Просто классно. Я не очень поняла. Тех убили там наверху? Ну да. Может быть, не всех, но убили. Так. Прикольная музычка. Начинается. Ну и где была охрана, называется? Ага. Этих тоже на Пейна повесят? Думаю, да. Честно скажу, не помню нюансов таких. Что вы там говорили? Одно из старейших зданий, да? Было. Да-да-да. Макс Пейн вышел на охоту. Я не виноват, они сами же пришли. Я их не звал сюда. А. Снайпер типа? Ага. Его снять можно спокойно. Можно вообще не трогать. Надо было снайперки его. У меня нет снайперки. Ладно. Кончилось, к сожалению. На одном из мониторов было видно, что осталось от малого круга. Внезапно труп Одена ожил и самодовольно оглядел своих мертвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось, но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовнёй. Ха. Нафига такие заморочки? Чтобы спихнуть все на Макс Пейна? Не знаю. Ну, типа, он же не может открыто, наверное, выступить против них там, против всех. Так, поехали.
Нет, так, ну, там же толпа народа была, там несколько человек за столом сидели. Ну, он от них от всех решил избавиться. Я так понимаю, он заодно с этой. Получается. С ней. А может быть, какую-то свою игру вообще ведет? Фиг его знает. Мне в лифт, я так понимаю. Маневр блокирования! Маневр! Маневр. Фиговый у тебя маневр. Сейчас, конечно. Наш маневр лучше. Да ё-моё! Чё так больно-то, ну? Еще будет кто-нибудь спускаться? Видимо, нет. Достали. Вы не можете нормально вообще здание строить? Зачем вот это все? Опа, слева. Я не буду ее взрывать. Такой хоп, хоп. Хоп-хоп. Никак. Никак. Хоп-хоп. Ой, не туда. Так он не выскочил еще. У него там, по-моему, не отработало еще. Выскакивание. Ну да, не отработало. Попал. Короче, так проще. О. А что вы ответите тем, кто утверждает, что Макс делает то, чем давно следовало заняться полицией? Эта идиотская вендетта, на мой взгляд, зашла слишком далеко. Он вышел из-под контроля. Его надо остановить, и мы его остановим. Это был старший инспектор Джим Бравура. Остановите меня, кто-нибудь. Может перепрыгнуть просто. Больно же. На столе лежала видеокассета. О. Николь Хорн заставляла малый круг молчать угрозы шантажа. К кассете прилагалась короткая записка на дорогой бумаге. Обычное требование вымогателя. Я вспомнил, как Энди Дон снимала своих клиентов на пленку, которую затем продавала перекупщикам. Я был уверен, что сексуальные причуды Одена были далеко не самым страшным из его грехов. Однако меня не...
Йоклмана, почему не до конца-то? Ну да. Чёрт. Оден оставил для меня подарок. О! На плане главное помещение штаб-квартиры Айзер Корпорейшн были обведены красным. Офис президента находился на предпоследнем этаже здания. Лифты находились под управлением компьютера службы безопасности. Небоскреб был защищен от вторжения не хуже какой-нибудь крепости из фантастического романа. Ну, видишь, он план оставил. Чтобы нам проще было в нее добраться. Похоже, ничто не способно остановить стремительный взлет Айзер Корпорейшн. Удивительно, но ее акции растут с каждым годом. Эксперты видят в росте компании дурной знак. Некоторые даже утверждают, что Айзер Корпорейшн может стать еще более крупной монополией, чем... Чем? Чем что? Чем кто? Диванчик. Сейчас вот так вот хоп. Спать. И лег полежать. Класс. Ну ладно, на коврике полежу. Ну что, неплохой коврик. Ты в принципе можешь тут гранатку бросить. И на диванчике проляешь тогда. Я думаю, зачем? Как-то он не убился. Вообще. Ну да. Ну чего ты не убиваешься-то? У этого с маневрами все хорошо. Вражеская атака! Маневр уклонения. Опа. Что такое? Идут! Контрольный. Подожди, он в стене там что ли? Ну, да, взрывом вплавило. Нам же просто уходить теперь надо вниз, наверное. Нам выбраться надо, да. Ого! Это что было? Не самый лучший фильм. Это гранаты он туда. И Санданс Кит. Как он там выходит в конце? Не слышал никогда. Нет, а эти поновее. Обычные подозреваемые. Где Стейси выходит из участка и перестает хромать. Или этот, Семь, когда там Брэд Питт видит эту коробку окровавленную с головой. А, понял. Вот нашествие поганых зомби из космоса было круто. Когда он в крови захлеб... Что? Кажется, они живы. Были. Ну, я так эпично влетел. Фига. Ловкий. Вот тут я, наверное, так уже не смогу. О, смог. Но вот тут уже не смогу, к сожалению. Что делать? Зажимайся. А я сохранился. Надо было там через решетку стрелять. Фу, эти не взорвались. В другую сторону, это как в другую сторону? В другую сторону.
куда там? Я же пришел оттуда. А, ты пошел налево. Ты в дверь налево вышел. А там еще дверь направо была из коридора. Ну, ё-моё. Классно. Вот граната тратит. Я надеюсь, там что-то полезное, интересное. Может, по идее, по этому этажу по первому ходили? Спасибо за совет. Че, издеваетесь? Крутышка. А чем он у тебя стреляет, что ты падаешь сразу? У него там этот, гранатомет. Зачем мне сюда? Зачем ему сюда? Простите. Мне говорит. Сюда не надо. Тут все закрыто, главное. Я надеюсь, ты не сохранялся? Нет, я не сохранялся. Я не пойду туда. Не ходи туда. Меня там обижают. Три года мне снилась месть. Три года кошмаров, где я подхожу к ним вплотную, а затем все рушится. Теперь я подошел вплотную и наяву. И я знал имя своего врага. Николь Хорн. Мне было нечего терять. Ай, ай, ай. Давай за столбик за какой-нибудь. Там еще, по-моему, кто-то бежал. Нет? Не, по-моему, всех перебил. Досье, собранное малым кругом, было более чем обширным. Проект Вальгалла был далеко не единственным объектом их внимания. Здесь были целые ряды шкафов с папками. Это общество существовало годами, постоянно наблюдая из тени за тем, что происходит в мире. Он хотел, чтобы я навел порядок в этом хлеву. В конце концов, за часть этой грязи отвечал я сам. Наверх. Не получается. Че, взорвать что ли надо? Точно. Ух ты. Ну вот, лечилок нет. Надо опять сейчас аккуратничать будет. Патроны мне принес, спасибо. Я так и знал. Вы уже предсказуемы. Сколько вас, а? Ну, они когда-нибудь кончатся, нет? Нет. Они клонируются там. У них где-то производство налажено. Я думаю. О, вертолет.
А там выход закрыт был? Да. Вот жалко, что он не умеет менять лево-право. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Гад. Ну ладно, нормально. О, ты себе лестницу сделал. Я сломал лестницу, наоборот. Почему? Я думал, ты по ней забраться можешь теперь. Вот по этой? По этой-то могу. А там же была еще одна лестница, вроде как. Только но она сломал. Такая была. Да? Я не обратил внимания, я видел, что она упала. Я думал, по ней можно так вот забраться просто, как по лестнице такой, у стены. Не, здесь же таких лестниц нет в этой игре. Ну, все бывает. Кто-нибудь выскочит. Да офигеть вас там! Тут вот все портит, вот это после замедления, пока ты лежишь. То есть ты не можешь, допустим, резко вскочить и дальше побежать, или там резко прыгнуть дальше. Во. Зачем грустный нам, какой-то. Вот, да. Какой-то печаль какая-то. Я не вижу, там есть там еще или нет. А, нормально. А где? Не, ну гады. Не согласен. Гранат! Ладно. Пофигу. Прорвемся как-нибудь. А, я что-то заблудился уже, куда он топит. Как ты там наверху-то оказался?
Ну, какие-то нескончаемые. Они все на одно лицо. Видел одного, считай, видел всех. Для практики неплохо, но на нее работать вот это по-настоящему здорово. Деньги гребешь лопатой. К тому же можешь прикончить любого, кто тебе дорогу перебежит. Лицензии на убийство, как у Джеймса Бонда. Нормально. Нужна помощь. А! Промазал! Ура! Ну, смотри, он промазал. Берите его, пора с этим делом покончить. Ой-ой-ой! Коленку попали тебе прям. Еще бы видеть. Е-е-е, круто. Гада. Получите, распишитесь. Вы мне тут оставили, да? Спасибо. Все здание нафиг разнесли. Собаки? Ну это так. На улице там гавкают. Фу. Мой подход к задаче был не из оригинальных. Да это было и не нужно. Все новое — это хорошо забытое старое. Око за око. Вот главный принцип мести. Старое как мир. И все еще действующее. Главное правило, когда охотишься за кем-то и хочешь его убить, это не питать к нему личной неприязни. Впрочем, чаще всего это не получается. Не получилось и у меня. Я провел достаточно времени, скитаясь по заснеженному городу. Спешить было некуда, я знал, что должен делать. Я немало времени потратил на обдумывание всего этого. Наконец, я припарковал очередную угнанную машину у главного входа в здание Айзер Корпорейшн. Войти и за дело. Для Николь Хорн у меня была припасена пуля с ее именем. Против ее ультрасовременной системы защиты и армии вооруженных до зубов охранников. Вполне достаточно, чтобы начать Третью мировую войну. Страха я не чувствовал. Это было ее царство. Изящное и холодное царство стекла и стали. Царство магнитных карточек, металлодетекторов и с видеокамерами на каждом шагу. Мне это напоминает, где Нео тоже пробирался в башню. Холоднее, чем морозильная камера. Холодная, как ствол пистолета. Все, заходим. Вы думали, это было много стрельбы? Нет. Много стрельбы будет сейчас. Ты жив, что ли? Твою ж налево? Так пафосно зашел. Ну все, сейчас понесется. Сейчас будет больно. А на лифте просто нельзя подняться на самый этаж нужный. Ух ты, ух ты, ух ты. Ого. Да вы шутите.
Как это вообще? Как? У них просто радиус такой, поражение, что я не понимаю. И уходи в сторону сразу. Надо сохраниться. Это место. О, фу. Ты чего не сдох-то? О, они обезболивающие оставляют. Это мы долго будем подниматься. Класс. Молодец, просто орел. Ну, в смысле, не орел. Наоборот. А, прячься куда-нибудь. А, прячься. Там еще один бегал. Граната. Вон. Он же ее не взорвал? Нет, фу. Как орел, действительно, на воздушном шарике. Сокол ты, Орлов. А зачем тут это место нужно? Понятно. Куда вы прете? Ха, не смог. Снайперка. Ох ты. А что будет, если он уйдет? Ясно. Вот это было нечестно.
Не, это не солдат было. Это было... На Дерибасовской хорошая погода. Ратьяну говорили. Ну ты прям Валерон. Да лучше. Ну ты чего не падаешь-то? Обалдеть. У него там шапка какая-то специальная, амортизирующая. Вот. Дверь работает. Мона. Макс, нам пора прекратить встречаться вот так. Скорее будет холодный день в аду, чем я позволю полицейскому меня остановить. Мисс Сакс, приступайте. Вот так вот. Успокойся, вот так Макс. Вот. Ты хороший парень, а я не убиваю хороших парней. Да ты и сама не такая уж плохая. Когда Хорн отправил меня убить Пунчинелло, чтобы порвать связи с мафией, это было совсем другое дело. То же самое и сейчас, только плохой парень здесь. Это она. Ее сестра за меня попросила. Я неплохо был знаком с желаниями призраков. Они хотят мести. Макс! Нет. Прогремел выстрел, и она медленно повалилась на пол. Она была неплохая девушка, совсем не из хладнокровных убийц. И вот теперь кровь медленно остывала в ее жилах. Армия Хорн надвигалась на меня, как толпа фанатиков. Да капец. Толпа фанатиков. В смысле? А, ясно. Так, а что бы мне вот это возьму вообще, наверное? Завершение операции. Зачем? Как это? Класс. Косой. Ладно, не буду загружаться. Дурацкое место, не хочу его еще раз проходить. Ну вот, только познакомились, называется уже это. Когда Лив спустился обратно, Моны в нем уже не было. Осталась лужа крови, но тело исчезло. Мой разум еще никогда не был так ясен. Казалось, что где-то там, наверху, снежные тучи наконец-то растаяли, и из черной глубины неба вниз смотрят холодные звезды.